Приветствую всех, друзья. Это, кстати, версия Darkness Fall. С вами Черный Металл, игра 7 Days to Day. Очень понравился вопросик. Что за мод и на какую версию игры? Ну, то есть, либо человек видео не смотрит, либо, не знаю, в эту игру не играл ни разу. Может, я просто чего-то не знаю. Так, у нас здесь есть интересная хибарка, да? Но есть также еще интересная пара заданий, которых толку нет вообще, так что пошли они в задницу. Ладно, пошли домик, забренькаемся. Ладно, я понял. Судя по звуку, мне надо не просто забренькаться, мне надо будет сделать еще себе спальник. Не помню, счастье. Тай-т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 ай. Нет, пистолетные запчасти я уже собирать не буду, вы меня извините. Мне они нафиг не нужны. Так, топорик оставим, яичко оставим. Запасное не помешает. Кисточка очень нужная, вещь. Правда, не знаю, куда ее засунуть, кому. Ну ладно. Так. Глаз жар обычно есть, тоже не нужен. Я его сделать могу. О, твою налево, ты издеваешься. Кинь мне на голову его. А так буду сейчас. А куда ты его кинул? А, ну потом сбегаем. Блин. Огненные стали появляться. Точнее, демонические. Ментмиксер я умею. Так, блин, раньше бы она попалась, было бы приятнее. Интересно, почему я молчу? Потому что где-то здесь огненный дяденька. Мне это не очень нравится. А, блин, он внизу по ходу дела. Черт, ладно, пошли наверх, сходим. Вообще никого нет, ну ладно. Хорошо. Деревня летом. Умирать неохота. Знаете ли, как-то... Ё-моё. Mm-hmm.
Да ладно. Так, мне надо подумать. Мне столько патронов вряд ли хватит. Не отремонтировать я не смогу автомат. Блин. Тихо. Блин, вояки, вы могли с собой что-нибудь по цене бы таракань? Так, погоди, а что тогда там внизу? Угу. То, что мне подпекет пукан. Так, генетик, райфл, синематик, этого, advanced, multifire, connected mod. Я не могу понять, для чего они пока нужны, ну да ладно. Так, у нас здесь double storage mod, я это сам могу делать, а это и скрапать даже не могу. Какая милота. А мне положить это некуда, да? Ладно, начинаем выбрасывать всякую ненужную хрень. Это точно мне не нужно. Оу, детка. Вот это мне пригодится. О, вот это мне уже нравится. Я редко с прицелом стреляю. Вот это вот охрененно полезная штука. Так, здесь у нас что? Мясо, ладно, пирог сожрем. Надо вообще-то смотреть, нельзя ли травануться этим пирогом, но... Так как я экспериментатор... Так, яйцо. Пусть будет. Фагет стил 5 штук. Ой, как много-то, а. Double storage mod. О, это я выкину, это я раз съел, помню. Сразу еда в ноль опускается. Так, Iron Tool. Кстати, возможно, Iron Tool-то я не учил, потому что молотки-то я находил, и кирки тоже. Пусть будет. А там несколько степеней Iron Tool-а. Так, погоди-ка. Опа, а-а-а. Я понял. Ага, все, ладно. Так, теперь нас ждет подвал с огненным другом. И это меня немного напрягает. Демоническая эссенция это хоть будет? Ха-ха, сейчас. Угу.
Тут есть забавный еще и подвальчик добавок ко всему. Блин. Хоть что-то бы с них падало. Есть у меня предположение, что именно из-за этих сурвайвалов как раз-таки игра и подлагивает, возможно. Потому что разработчики-то их вели, но они их ведут окончательно, потом скажут, ну смотрите, какое новшество ввели, которое было придумано уже версии 10 назад. Мододелами. При том-то. Так, это нафиг. Это мне не нужно. Так, глина. Спасибо, нет. Это тоже нафиг. Перышки, перышки. Так, свинец пригодится, трубки не пригодятся. Это слышал? А, это возможно у меня. Хотя возможно и нет. Кто-то здесь где-то ходит. И чё мы игра так долго думаем? Такой вот вопрос нескромный, да? Блин, ну дрель-то я оставлю. Кстати, аугер. А-ха-ха-ха. Кажется, я смогу ее спокойно выбросить, да? Так, я дверь закрою. Здесь тоже. Не закрою. Ух ты. Слушай, какие раковины интересные тут. С патронами. Не против, не против. Так, я аугер наберу. Угу. Как вам, друзья мои, мой аугер? Так я и знал. Значит, титаниум нужен все-таки. Здесь просто определенные виды рот вы не добудете. А, этим. Обычным аугером. Здесь, насколько я помню, еще стальной был аугер и титановый. Так, вообще-то я хотел бы отсюда свалить куда подали. Так, все. С домиком мы расквитались. Нормальный домик. Мне понравилось. Но то, что здесь появляются демонические зомби уже, это плохо. Так, о, давай-ка в ту будку заглянем. Да ёп. Чё, прикалываетесь? Еще один бур? Чё мне? Я говорю, вот эта формула есть, которая тут вещи, насколько я понял, многие вышвыривают. В итоге у меня два бура. Копать буду все равно киркой, потому что еще не хватает ни буром покопать. И так откричало, спасу нету. А, слушай, а... Блин, а может к биому привязано вообще? Кстати, вполне реально, возможно, привязка к биому идет. Я как-то об этом и не думал. Что камни-то к биому привязаны? С них выпадает. Сейчас покажу. Смотри. Здесь Oil Shell выпадает. В принципе, это нормально. Можно пособирать будет Oil Shell'а. Но так, если брать... Ну, блин, слушай, я не знаю. Мне он так сильно-то и не нужен. У меня там топлива сколько? 1020.
Я думаю, мне этого хватит на долгое время. Ух ты, какой кладезь-то. Ну-ка. Угу. Хоть бы один воркбенч был целый. Ядрить налево. Что ж за хозяева-то такие? Сломанный воркбенч. Ужас. Змея в доме. Ну, хорошо, хоть не медведь, блин. Я бы не удивился. Ой, ё-моё, да ты посмотри, какая красота-то. Аквариум. Ну как, это не аквариум, это типа, знаете, типа муравьиной фермы. Нет, что-то типа такого. Такс. Еще один квест. Ну слушай, а вот это вот мне хрень может сейчас пригодиться. Такс. Сюда иди. Здесь у нас что? Штанишки. Здесь у нас вот такая вот хренотень. Модификация. Отлично, отлично. Одеть. Просто все шикарно. То есть, в принципе, я от холода и от жары защищен. Было бы неплохо от радиации, конечно, подобным способом защититься. А, ой. Тут туп залет. Творим. Нет. Грязная вода вот мне точно не нужна. Но наверх пробраться и посмотреть, что там меня заинтересовало. Не, ну а что такой душ беспалевный? Слушай, я не знаю, как люди в этих вагончиках живут. И какой там идиот опять бьется. Либо где-то большая толпа зомби проходит. Я не могу понять, что она так глючит. Дай-ка я тебя не попробую вырубить, может поможет. Неохота, конечно, мне играть без теней. Ага. Слушайте, напишите, сколько раз я уже вообще вот в этом мире проверял, поможет ли мне, блин, выключить тени или нет. Я знаю прекрасно, что это толку никакого не играет, что игра глючит из-за того, что она подгружает всякую хрень. Разработчики не могут это никак исправить и не собираются это поправить. Оптимизацию в этой версии игры полностью нахрен сломали. Кто бы что ни говорил. Многие довольны. Надеюсь, вам хотя бы это сильно видно не будет. Так, ладно. Что у нас дальше по расписанию? Расписание, лаги, 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 лаги. Требует понять, от чего эти лаги. Надо было прекрасно. Реально, походу, где-то орда проходит. А, ну-ка, ну-ка, кого я вижу? Давайте посмотрим по округе, побегаем. Орда виновата или не орда?
первую очередь это мне интересно. Или просто перереспаун зомби идет опять. Тоже вполне возможно. Не, ну этот лагодрон это писец какой-то, слушай. Да пофиг, то перезагружать надо, блин. Как я это ненавижу в этой игре. Перезагрузить, перезагрузить. Да ёб твою дивизию. Херня. Ой. Да нет, вероятно, просто где-то орда идет. Давай-ка отойдем подальше вообще от этого места. Попробуем. Я могу предположить, что идет орда. И поэтому вот такая вот ерунда. Что-то никак ни от графики, ни от тумана не зависит. Посмотри сам. Просто игра начала подлагивать. Памяти также 50%, и как процессор вообще ничего не влияет. Знаешь, забывай, здесь утечка памяти. Прекрасно. А, твою налево, как я это все терпеть не могу. Ладно, друзья, на перезагрузку. Я же забываю, тут дебильная утечка памяти. Это не орда виновата, ничего. А именно утечка памяти. Ох, ладно, друзья, сошли эту серию, я, ну, немножечко попозже, в общем-то, бродим еще по домикам, но я напоминаю, как в ванильке, так и в моде, не надо мне тут опять рассказывать сказки особо одаренным, идите нахер на другой канал рассказывайте, что, блин, эта игра хорошо работает, она не хорошо работает, с версии 18.4 я ждал практически 4 месяца, пока они ее оптимизируют, потом пришлось самому еще оптимизировать. Нет, файлы оптимизации создавать никому не буду, потому что, как видите, от них толку ноль. Утечка памяти продолжается. Так, друзья. Вроде все, перезагрузил комп полностью. Давай проверим. Да, вы уж меня извините за мою тупость. Ха, попал. Так, ну тупость в каком смысле? В прямом. Я просто все забываю, что здесь утечка памяти, и пытаюсь бороться другими способами. Ладно, буду перезагружать, что же делать-то. Потом выпущу видео, спрошу вас, что вы об этом думаете, и, в принципе, что с этой хренью делать. Слушай, давай я скрапну этот аугер один, ну какой черт он мне сдался, а? Но, к сожалению, утечка памяти довольно-таки большая. Так. Слушайте, вам что, заняться нечем? Ладно, 25-й, 26-й, потом был 27-й, 28-й. Ну, стали я там немножко ориентировочно наварю. Да, я только что заметил. Так. А, давай-ка я отремкаю. Я вот реально, что ли?
Можно вопрос, а куда я до этого стрелял? Погоди. Прицел не точный, что ли? Ну, хотя да, у меня мышка не игровая. Так. Мышка не игровая, из-за этого много проблем. Эй, чувак. Тихо ты. Так, 74. Так, мне нужно 75 уровней. Хорошему-то. Вот где они там, блин, а? Блин, нет, демоники, конечно, в домах это очень жутко опасно. Блин, плохо очень, друзья. Мне очень не нравится, что демоники стали появляться в домах. Ай, бляха, муха, что ж с ними делать-то? А у меня есть какие-то шприцы, я еще помню. Они защиту от огня дают, дыхание под водой, шурмурлер. Это ни хрена себе. Не зря зашел, не зря. Это уже круто. Патрошек, правда, побольше бы желательно. Ладно, они пусть пока там рожают. Там-тарам-та-там-та-там. Неплохая мусорка. Так, ботиночки, спасибо. Нет. Тем-тем-тем-тем. Камень тоже выкинул. Ну. Зараза. Не удивило. Так, это мне не нужно. Так, вот эти скрепки я оставлю. Ну, лопиты, отмычки. Кстати, я почему-то на лопату еще не нашел молд. Тут, походу, чердака нету, да? Если все-таки он есть. Да это меня дорожка ведет, никто не подскажет? А, это я мог здесь подняться. Вау! Я понял. Ладно. А что у нас здесь внизу? Хороший-хороший домик, слушай. Мне нравится. Так, ну колесо, ладно, пригодится. В принципе, мне они не нужны, но ладно. Пущай будут. Так, здесь у нас это наш шлем. Пам-пам-пам. Так, ты не нужен. А, СМГ заюзаем. Так,
железо пригодится. Движки не знаю. Это не пригодится. В принципе, ты тоже не пригодишься. Да, очень полезная вещь. Так, здесь все посмотрели, здесь все посмотрели. Дядь, здравствуй. Так, это у нас... Здравствуйте. Пистолетная, пистолетная, нафиг послана. Так, что у нас тут, в принципе, есть? Это не пистолетная, гвозди нафиг. Это нафиг, так, яйцо. Ладно уж, выкину, так уж и быть. Так, корм не нужен, от этого тоже толку нет. Блин, насобирал всякого говна. Так, скраб, это нужно, это нафиг. Ну чё вы там, придурки, бьете? Блин, даже я выйти не могу. Господи, помилуй. Приперлись. Я чё, их звал, ждал там. Блин, я думал, потрошки будут. Мне больше нравилось, когда потрошки попадались. Так, а у нас здесь панкиллеры. О, блин, спасибо. Ладно, теперь будем брать выборочно. Электронику я возьму, ее мало у меня. Так, ладно. Блин, как неудобно целиться этой мышкой. Это просто жесть. Не игровая, друзья, мышка просто. Наверное, буду переключать потом на игровую. Так, надо хоть и щелчки слышно, но все-таки жутко неудобно. Да, нормально. Так, что вообще мне бы ликвидировать? Ну, в принципе, в общем, Double Storage мод, он мне не нужен. Burning Shaft мод. Это я могу даже, кстати, модификацию сюда запендюрить. Мог бы, если бы хотел, да? Ладно. Давай-ка я сделаю пока так и краску вот сюда. О! Стоп, у меня же есть вот эта вот хрень. Так, модификация здесь полная. Здесь модификация не установлена. Потом установлю здесь. Я не смогу ее установить на плаще. Всего лишь одна модификация на броне. Есть, на поножках нету. А, на перчатках. Устанавливаем на перчатки. Так, ну довольно неплохо. Кстати, это надо скрапнуть. И опять игра начинает, блин, лагать. Что за нахрен? Не понимаю. Вероятно, это из-за тумана, да? Да, вероятно, погодные условия этот туман такое делает. Дай-ка я посмотрю по опциям. Других вариантов я не вижу. Юи у нас что такое? Непонятно. Так. Object quality. Bloom. Давай-ка его выключу. Sao off, sun sharp. Я не знаю, что это такое.
Ну давай вот. Оф. Слушай, окажется, по-моему, как FPS поднять. Графику это сильно покоребило? Да ни хрена. Да, у них... Слушай, я, кажется, понял. Я у них, по ходу дела, убрал Bloom, который они добавили. И все нормализовалось. Блин. Кстати говоря, надо будет не забыть выпустить видео по этому поводу. Так, ладно. Сколько там запись идет? Блин. Да ладно, ты гонишь. Серьезно? 12 минут. Ой, сколько у меня там предыдущая серия. Сейчас посмотрю, друзья. Вы уж простите, что я вот так вот делаю. Блин, предыдущая 23. Черт. Придется, друзья, с вами прощаться. Вы меня уж простите, но, увы, вследствие того, что серии здесь, они довольно-таки объемные. Ну, не получается у меня большие серии делать тут. 40 минут, ну максимум 50, да и то бывают проблемы. YouTube просто не хочет обрабатывать. Что ж, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, просто оставляйте под видео на YouTube. Мы сегодня сделали полезную вещь. Мы выяснили, как убрать лаги. Ну, серию назову «Демонические зомби» начали появляться в домах. Всем удачи, всем пока.